В смысле, ты не взял деку? Забыл поменять, вроде бы поменял, поставился обратно совок. Нормально. Абсолютно бесполезный, никчемный. Я в общем, понял. Опять буду гореть всю игру, как вчера. Ну, смотри, это Феликс, мы не должны против них проиграть. Нормально. Ну, ты понимаешь, что если мы проиграем, то я уебу в Чифтейн. Монастырь. Не будешь потом ты с Иван Вайс пиздячкой играть? Угу. Я вообще не буду больше играть. Ну, да. Хорош, Тити, давайте, что делаем? Самар. Ксен, наверное. Я там пехоту в город или что? Да. Ты уже знаешь, что делать, три точки. Я попробую, конечно, их убить опытными БВшками, а не элитными. Мы же берем по две командирки, вы не забывайте. Да, берем по две командирки, чтобы обескуражить. А то к тебе пойдет Иван Вайс пиздячка. Валь, кончай. Ксен центр Диму, да, берет? Валя берет правый фланг. Я беру Федора Грегори командиркой. Так. Будем буки. Мощнить. Буки, Ксен, я делаю нам на фланг. Может, у нас один фоп останется? Один на этой стороне, другой на той. Ну ладно. Да, ладно, у меня просто 4 смерча, я смерчи вызову. Значит, я не буду их убивать до конца, потому что нечем. Я оборонку займу, как-нибудь растекусь. Ну так я там буду мошнить Иван, да? Ну да. Ты от тебя зависит игра, по да. сути. Я знаю. Как обычно. Смотри, они могут вдвоем там давануть. Готовься. А если что, я буду визжать. Тут заранее займи дома, чтобы не было той фигни, что у тебя обычно бывает. Ну. Мне тогда не хватит на Т-72. Ксен, мидворо, полети, пожалуйста, вот как-то вот так вот, ладно, чтобы это. И мне, и тебе. Господи, какое все дорогое. Начали. Самара, ты лагер. Я? Почему я? У меня все норм. Так, Иван Вайс. Угу. Икатор. Как у меня лагает этот Айрон Феликс? Нет. Скорее командирками занимайте, плюс 2 у нас. Куда ты? Какое же говно это дека. Командирки, Ксен, на центре останови. Я их перепрячу. Давайте, парни, давай. Самар, опять лагаешь? Да, какой мудак. А, это телефон у меня, я сейчас уберу, он помехи создает. Интернет-славяночка. О нет, на меня едет все это дерьмо. Мне даже бомбить нечем в этой деке. Есть бомберы за тонкие какие-нибудь? Нет? Дешевые. Ладно, похер. А
Они случайно вот сюда не проехали? Проехали. Проехали. Красавцы, блядь. Господи. Ну понятно, короче, меня сейчас конкурсами убьют, потому что тупо бомберов нет, я отъезжаю. А, здесь все очень весело. Любимый совковый рекон никчемнейший. Почему тебе не нравится обычный? Потому что он не бегает и ничего не светит. Сейчас я просто опять стою как дурак и ничего не вижу. Потому что он говно. Да, они даже танком меня стреляют спокойно, вообще без проблем. Они ничего не видят. Командное отделение вот здесь. Можете его замочнить. Не, это полный фейл, короче. У меня просёк. У меня юнит все живы, но это полный слив. Тебе нужен рекон опять в эту деревню, хоть у тебя он есть. Сейчас будет скоро. Давай. Отлично, минус 24. Я не знаю, как мне сейчас надо микрить, чтобы что-то пытаться исправить. Просто полное отсутствие рекона. У меня уже ходят. Играем хорошо. Ксен, нужны конкурсы и рекон в деревне. Ну едут конкурсы, мне их разбомбили. Танки говно, вообще не попадают. Ну отлично. Где ты видел командирку? Я. Маркер не? Да. Вот сюда. Примерно в эту область. Понял, бомблю. Ой, арта пошла туда.
А, лол, они даже БРДМ-3 эту обоссанную видят. Горит. Отлично, конечно, бомбер в один конец за 150 использовать за совок. Интересно. Поставьте командирку на левый фланг. Нет, там нельзя. На правый ставь. Блять. Все, нет БВшки, как не было. Отлично. Опять Птур сидит. Отлично себя чувствует. Два бомбера слил, ничего не убил. Ребят, Самар, можно поинтересоваться, как так получилось то, что ты там, не знаю... Я деку не ту взял, уёбичную совковую, я тебе говорил. Которая вообще никчёмна теперь. Не попросил рехостнуть. А чё рехостнуть-то? Перестал бы делать эту хуету, блять, с какими-то скрытными деками. Нахуя? Я не понимаю. Я ее поменял, понимаешь, она не поменялась. Глюк какой-то был. А, отлично, сейчас мы убьем танк. Да, да, Урал же опаснее, чем Т-72 ЕС, конечно. Он выбирает Урал, который за ним стоит. Да, браво. Да, продолжай. Все, сюда конкурсы нужны. Тут сейчас жопа будет. О, сдохло. Отлично, ни одного юнита не осталось. БМП-2 86-го выкати, наверное. Ну, видишь, что происходит? Происходит совочная вот эта вот сущность. Юнитов за 50, когда у них юниты за 20 такого же качества. Самар, кончай ныть. Ну что мне делать еще? Я только, ну, только играть, ныть. Например. Мне нечего играть. Самар, ты хуже этих вайсов и этих. Сейчас они приедут уже в этот лес и все.
Здорово. Плюс один нас сейчас догонит. Я командирку уже вызвал. Че? Офигенно. Давай, Тунгуска, ты сможешь. Так, у меня вот здесь большая группировка залезла. Сейчас я их сам отбомблю. Они Харитон у меня сейчас заберут. Так, где моя командирка? Нас сейчас Харитоны заберут. Может, налет какой-нибудь сделаем? Блин. Я по Т-72. У меня нет очков на налеты. Бери ближний Т-72С. Я дальний. Замечательно. Кто-то купит мне командирку на Иван? Нет, я себе на Елену сейчас куплю. Куда ты поехала, чудовище? У меня сейчас твой Т-72 Булу добьют.
Я могу тебе командирку на Ивану купить. Мне не надо. Они командирку тащат. Есть арта, сюда дайте скорее, тут просто жесть сколько всего стоит. Где? Вот здесь, по кустам. Сюда бейте, давайте. Там сопели, уазики, все это стоит, говно. Сейчас будет. Понял, блять. Валь, у тебя справа вообще не закрыто. Угу. Похоже, что я, блять, всю точку продавил сам. Понятно, сейчас облетят и мы игру проиграем. Можете мне Ми-28 сбить прямо сейчас? Секунду. Что, да, вот это или что? В этой деке ничего нет, даже миг. Что-то бред какой-то в прошлой игре был, сейчас нет. Кошмар. Можете мне, блядь, Ми-28 добить сейчас? Я вылетел уже на него. Сука. И промахнулся. Он не убивает вертолет. Надо сбить этот Ми-28, вы меня слышали? ПВО возьми, нужно ПВО. Мне нужно сбить Ми-28 сейчас, блять. А, у тебя как обычно ни одного юнита ПВО нет. Блять, сбей мне ебаный Ми-28, блять, нечего, и чувак, свой рот, придурок. Придурок тот, кто без ПВО топовыми танками лезет. Под него мог бы выстрелить, уже давно убить, но ты же этого не знаешь. Сейчас еще раз хурикну на тебя. Уже поздно, блять, все танки погибли, блять. Точка, они отдавили, блять. Нормально. Ну давай ты. Блин. Ясно, понятно. У них есть арта?
Да, у них от ЗСО было. Я просто думаю, куда сейчас мечом жмакнуть. Там акула аккуратно. Я вижу. Это 72С в борт не... Против радарных летит. Я артнубли просто как говно. Мне больше нечего делать. Красавчик. Ну, полезли что-то. Вот, и 72С у них подыхают. Нам надо, чтобы Ксен попробовал отдавить Леонева лес хотя бы там легко вроде. У меня сейчас юнитов нет для давления. Там, по идее, несколько отрядов мотоциклов осталось. А есть тут у кого ствольная арта? Есть. Попробуй постреляй вот сюда. Готовьте смерчи, сейчас будем артить Иван, слышали? Чтоб я туда понял. Смог въехать. Понял. Жди, они будут где-то через минуту. Куда артить? По лесам на Иване? Погоди еще. Еще рано. Ну, когда заранее скажу. Ты артишь вот сюда. Так. Вот сюда. Все, понял. Нужно время кое-какое. Вот у вас засвечен. Вот. Подожди. Артани андавы его хорошенечко. О. Понял. Супер, сейчас может две командирки сразу выпили. Да, о, да, вообще красава. Я по второму угарану пошел. Я понял. Я начал, короче, это.
Валина обрабатывают? Нет, не еще не еще рано. Но они заранее. Они еще долго, да. Через 10 секунд смогу жахнуть, в принципе. Рано. Пил. Блин, почему я покупаю по ошибке совсем не то, что надо, а? Две командирки. Вот и командирки убил. Я готов, Валентин. Рано. Сейчас у меня командирный танк подъедет, тогда работаем. Короче, еще 2 минуты гуляй. Нифига себе. Окей. Может, все-таки уже? Нет. Не обязательно с танком. Не торопись. Мартаёбим как сучки. Они маркер сложно. На авто. О! Ну, а я думаю, они переедут уже. Уже переехали. Вайс раньше заметил. Валя. Валя, я стреляю. Куда? По твоей точке. Еще нет, я еще не вызвал. Господи. Начинаю работу. Понял. Начинаем. Работу. Пыщ, пыщ, алло. Сейчас по Мише нанесу удар, Ксен займись БДМочкой, и ВДВшников убей, сейчас зайдут, выдержат все. Хочешь, могу акулы слетать. Попробую. Бля, там плохо. Главное, что ты знаешь, где их командир. Очень хорошо легло. Этот Мидос 8 даё, блядь. Да вашу мать. Ты чё, опять ПВО не вызвал? Ну, он сдох хотя бы. Обработать по тебе? Чем? Тем же. Я чисто вообще бесполезно просто. Видишь, да, Ксен? Да.
Там был, надо отработать по полу. Пока есть засвет. Точка арты. Да на, Уин. Сен, мне убить бардемку или ты? Я убиваю уже. Самар. Партия, отработаешь по их? Я постреляю туда, но это без толку, говорю сразу. Как раз стреляю по Вале. Поздно. На, там, с мечом все вертушки порезал. Вообще прям в тему я думаю. Когда умрет Камай? Ага, летит, да? У меня просто... Подожди немножко. Да? Это долгая хуйня. Давай, угаран, еще чуть-чуть. О, у меня былый кольц. Нихуя себе там, да. Сейчас выстрелю туда. Сейчас угараном как раз туда и прилетит. Я. Первым достал. Да, да, скидки. Ну что он туда? Да, он, блядь. Будет не скоро. Вау. У тебя угаран, я понял какой. Нормальный, не фугас. Плюс один. Растем. Фоба у нас больше нет. Летит что-то. Что-то летит, чуваки. Прикиньте, РСЗО оттуда же стреляет. Я уже туда. Я туда даю. Не-не-не, надо, не было. Работает. Так, 4 смерча готовы работать. Сейчас надо заранее куда-то пострелять. Фига ты туда дал, а? Это были их смерчи, прикинь. Так, все. Сейчас пойдут на меня. Сейчас мы туда дадим прикурить. Акула взлетает к всем. Поможет тебе. Эх, как они слили эту... Yes, да? Прям как в сказке.
Блин, ну я отнудил, конечно, это жуть как. Вон они вылазят. Выиграли. Нет, это пипец. Я играл как говно, смотри, полностью полезно.